автостраде. Реально дорога на одну машину. Образом еще и автобусы огромные ездят, еще встречаются со встречкой. Да, мы видели там небольшую пробочку, которая, надеюсь, к этому времени растянулась, когда мы туда подъедем. Вон машинка едет. Еще одна машинка едет. Опа, еду я на третьей скорости. В принципе, нормально. Все на того, что еще на тормоз давлю большую часть спуска. Когда поднимаешься, некогда снимать, а когда спускаешься, время есть еще. Видимо, съемку делать. Вау, 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 вау. Красота, ребята. Вон вдалеке виднеется остров Гомера. А справа, блин, я справа забыл название острова, как он называется. Уля там тоже что-то нам рассказывает. Но высота гор здесь, наверное, где-то километра полтора, наверное, если не больше. Полторы тысячи? Ну, я не знаю, надо почитать будет. Но я думаю, что не меньше километра, потому что ты посмотри внизу, как далеко внизу. Вот там пропасть виднеется. Ну да, кстати, скорее всего. А наверху вообще скалы. Привет, машинка. О, какой поворот прикольный. И вниз. Обозреваю этой дороги не одна сотня лет. Да, Уль? Затем, что же с горы спуститься, по-другому не по прямой предлагаешь, да? Фуникулер строй. По-другому с горы не спустишься. Слушай, нас посмотрят, скажут. Ух ты! Он, слушай, ну а как тут автобус разъезжает? Да, я не понимаю, как он поворачивает, не говоря, разъезжается с другими машинами. Ребята, никогда не спускайтесь на нейтралке с гор. Никогда. Потому что это не есть хорошо. Ну, хоть площадки вот такие вот делают, и то ладно. На которых можно развернуться. Да-да-да, поехали обратно, да? Вид, конечно, здесь обалденно чудесный. Мы, кстати, подъезжаем к деревне Маска. Ну как подъезжаем? Мы уже все 5 километров к ней подъезжаем по серпантину. Свое недовольство тем, что она пристегнута вместе с мамой. Ну, удачненько, что мы автобусника пропустили вперед. А вот это, кстати, спереди, это Лос Гигантес. Они уходят влево и к
они уходят, по-моему, в воду на 600 или на сколько-то метров, очень глубоко, в общем. На 600, на 60, на 60 метров, по-моему, они в воду уходят. Ты можешь... Ух ты, здорово, как там автобус едет. Напротив? Угу, навстречу нам. Ищем карман в срочном порядке. Так, кармашек мы нашли. Теперь ждем автобусника. Сзади чувак тоже кармашек нашел. Теперь посмотрим этот увлекательный аттракцион, как автобус разъезжается с легковой машиной. Да, это очень хорошо, что автобус с того края едет. Привет, автобусник. Он нормально, он даже за руль не держится, ему все хорошо. Спокойно, мы тут в машине. Все поперебоялись. Да, он хоть бы это. Хны. Ну и дай бог. Это... Легковушки найдут карманы. Ну, как бы да. Как бы да. А что, нормальная магистраль, можно даже не притормаживать и ездить. Тебе с легковушками разъезжаться. Но все равно чуть-чуть, самую малость волнительно. Обалдеть, а, слушай, ну... Вот, Маш, мы с краю оказались. Все нормально. Я еще еду на третьей скорости. Периодически надо сцепление выжимать, чтобы не заглохнуть. А вот уже, по-моему, деревня скоро появится. Маска. Ласка. И, соответственно, начнется подъем наверх. Вот она, Маска. Привет, Маска. Сейчас дальше ставим. Где парковка есть, 350 метров вроде до парковки. Еще доехать надо. Ух ты, тут давление как скачет. Спокуха, можешь не притормаживать, разъедемся. И парковка. По старой доброй испанской традиции парковка вся забита, то бишь остановиться негде. Поэтому мы что делаем? Поэтому мы едем пока дальше. А, вот парковочка есть одна. Наверное, это парковка. Ну, я, по крайней мере, надеюсь, что это парковка. Пойдешь на Маску смотреть? Пойдемте посмотрим на Маску. Опа! Перепады высот, будь здоров. А вот и деревня Маска.